Всем привет, с вами снова Александр Плав, Эцио Аудиторе де Фиренце, и мы проходим Assassin's Creed Братство Крови. Так, вот наш архитектор. Здравствуй. Ой, на ухо ему. Да что ж такое-то? В следующий раз обязательно. Так, мне нужно банк. Посмотрим по карте. Где ближайший? Здесь. Заключим сделку. Так, придется пробежаться. На прошлой неделе уже приготовили местечко. Я уверен, что ассасин не отказался бы от нашей помощи. Но что мы можем сделать? Так, еще разочек. Угу. Так, с дома на дом и влево. Так, вот и банк. Вот он. Супер. Так, 1050. Ну, чё, выхода нет. Во. 7500. Теперь можно и куртизаночку нанять. А можно и две. А можно и три. Кому как нравится. Так, кстати, сейчас здесь еще улучшим. Здесь только лучшее, друзья мои. Самые тонкие шелка и другие ткани. Нафиг нам кофейные зерна, правильно? О, 460 флоринов. Может, я куплю открытие вот этой портной мастерской. Так, мускатный орех, это, конечно, фигня. Так, что тут еще? Так, еще один мускатный орех. Тоже продаем. Помидоры. Блин, где он их берет? Хм. Хм. Это, кстати, не помешает. С лекарством нам вроде пока. Тогда прощай. Беспокойство не доставляет. То есть мне всегда хватает, сколько у меня есть. Но вот у него насчет. У него было хорошее там предложение. Ну ладно, сейчас доход Рима увеличится. Блин, надо отталкивать их.
Вот так вот. Так, и кстати. Секундочку, меня ж тут страж разыскивает. Хм, надо быть осторожней. Так, где этот плакат? Опа. Ты видел, куда он ушел? Наконец-то. Так, теперь к архитектору. Угу. Улучшаем. С вами тоже, сеньор. О, старый добрый салон. Добро пожаловать в Росса Инфьоре. Как видишь, это самый популярный бордель в Риме. А я удачно вложил деньги. Вот список того, чему я учу моих девушек. Довольно скромный список. Думаешь, справишься лучше? Не сон проблема. Эцио, борджи осложняют жизнь девушкам Клаудии. Если хочешь, я расскажу, как нам помочь. Я учту это. Еще что-нибудь? Нет. Эцио. Ты нашла Катерину? Мы продолжаем поиски. Бене. Если найдешь, разыщи меня на Тиборском острове. О как. Так. Угу. А что это... Так, во-первых, тут что-то мигает. Окей. Используем. Так, нанять.
Сейчас! Хватай его! Вот черт. Я не доберусь сюда. А я вам заключил какой-нибудь пари с дьяволом. Так. Стоп. Большая ошибка. Пора отсюда уходить. Господи, молю, сохрани мне жизнь. Фу. Да ладно. Да, слабый меч вообще. Отойди! Ну вот, фак, кавалерия. Ну беги! И добивай. Ну что ж. Убийца, убийца. Так, тут спрыгнуть негде. Тут слышу звучок, звук сундучка.